Привет и добро пожаловать на ферму слаймов. И это третья серия. Вот эти, кстати, выглядят очень голодными. У них портам видно. Вот они прям как будто их мучает жажда. Но проблемка в том, что у меня продукты здесь еще пока что не выросли. Так что мне придется пойти на улицу их пособирать. Ну, как на улице? Я и так на улице. Вот здесь вот. На высохшем рифе нужно найти. Там есть морковка, но она еще не выросла. Не могу запылесосить. Незрело еще, ну правильно, потому что еще только 8 утра. Оно, наверное, попозже созреет все. Надо успеть забрать это, пока вот эти вот слаймы бродящие не съели. О, погофрукты! Погофрукты созрели. Отлично. Стоп, этих я выкину, ребята, мне они не нужны. Морковки пока нету тоже здесь. Так, погофрукты созрели. А там погофрукты еще растут. Ёлки-палки. О, морковка есть, морковка есть. Забираем. Так, там морковка есть, здесь пока что нету. Ну, можно, в принципе, сбегать покормить тем, что есть. Так, морковка и погофрукты. Так, погофрукт это фрукт. А вот эти вот, кажется, фрукты не едят. Сейчас еще раз уточним. Так. Стоп, какие здесь? Какие здесь? Скалистый мяуровый ларга. Посмотрим. Мяуровые. Каменистая курица, скалистые. Так, у этого овощи, у этого мяса. То есть их можно покормить. Ой. Не ту кнопку нажал, только морковкой. Доступно новое обновление «Пульсирующая волна». Добавь своему вакуумному ранцу пульсирующую волну и получи... Короче, у меня пока что не хватит, чтобы это купить. Потому что сначала мне нужно тут загоны увеличить, улучшить. Плортосборника здесь пока что нету. Здесь плортосборник есть, но... Очень мало там насобиралось у меня. Кстати, вот погофрукты этим можно отдать ребятам. Клубничка созрела! Офигеть, сейчас пойдем кормить. Только я плорты продам, чтобы не бегать с ними. Так, продаю плорты. 443 ньюбаксов. Посмотрим сейчас, что можно улучшить. Может, я еще там парочку плортов продам. Сейчас насобираю клубничку и покормлю их тогда. Так. Надо, кстати, здесь тоже будет улучшение сделать, чтобы максимальный урожай давали. Потому что только 12 клубник я забрал. Достижение разблокировано. Лови. Так, мне кажется, нужно 500 ньюбаксов. Сейчас я тогда вот эти вот... Ой-ой-ой, присосался к дулу пистолета. Или это не пистолет, это вообще крутая пушка. В общем, отстань. Так, да уйдите вы. Пойду сейчас продам, посмотрим, что можно купить. 720 сразу стало, ничего себе. Так, тут плортосборник есть. А здесь купить надо. Отлично, 500 он стоил. Все, и теперь плорты просто сами будут собираться. Офигенно, просто круто. Так, и здесь ничего себе, у меня теперь много будет ньюбаксов. Точнее, ну как, относительно много, теперь я смогу купить кое-что. Сейчас тогда. Так, эта штука не сработала. Надо нажать, чтобы активировать ее. Так, ну вот, в принципе, не так уж и много получилось. Не так уж и много забралось здесь. Ну, потому что еды у них мало было. Так, а если еще раз нажать? Не, плортов больше нету. Пойду тогда продам вот это все, что есть. Так, фосфорный стоит 23. Скалистый 12. Ну вот по 23 это самое выгодное. На этот момент. 778. 778, кстати, можно сердцевёклу апгрейдить. Так, поливное устройство. Поливное устройство заботится о том, чтобы посевы всегда были политы, благодаря чему они растут в два раза быстрее.
А на чернозём у меня уже не хватает. О, кстати, вот, поливается. Здесь такие вот трубы появились. И из них капельный полив осуществляется, насколько я понимаю. Вот маленькие пузырьки такие вот. Вообще круто. Здесь капельного полива пока что нету. Ну что, в принципе, скоро это вырастет, и можно будет вот этих вот ребят покормить, потому что они все еще голодные. Да, они очень голодные. Так, а куда, что я могу еще пока что сделать? Вот здесь бы хорошенько открыть, конечно, это все 1795 стоит. Дикая сторона ранчо. Пого, фрукты зрелые, я вижу отсюда. Морковка еще не зазрела, странно, конечно. А здесь есть зрелая тоже, но не вся. Частично зрелая, частично нет. Так, пугафрукты надо забрать. Они высоковато растут. Но я все равно достаю до них. Так, пугафрукты есть. Там морковка. Не зрелая еще. Здесь я уже пугафрукты забирала. А там внизу что-то есть. А, внизу тоже все это есть. Морковка. Плорты. И пугафрукты. Слаймы мне не нужны. Точнее, один пугафрукт. Всего лишь. Всего лишь один пугафрукт там был. Так, ну цып-цыпчики. В принципе, их тоже можно взять, закинуть к слаймам, и когда-нибудь они все равно вырастут. В куриц. И они их будут съедать. Сейчас посмотрим, что там еще есть. Опачки, плорт. Спасибо. Пугафрукты, судя по всему, еще совсем маленькие и зеленые. То есть незрелые. Так, плорты забираем. Конечно, плорты бегать и забирать мне уже, в принципе, как-то невыгодно. Потому что они, во-первых, у меня есть на базе, во-вторых, это розовые плорты, и они стоят вообще очень-очень дешево. Так что много денег за них не выручить. Вот так вот. Все вроде бы забрал здесь. Ну что, побежали на базу тогда. По дороге уже пугафрукты созрели. И морковка. Забираем морковку. Отлично, идем дальше. Прямиком на базу. Кстати, цып-цыпчики. Цып-цыпчики. Вот этим вот ребятам надо. Скалистые мяуровые ларга. То есть мяуровые едят цып-цыпчиков, так что вот пускай вырастут там. Так, морковку им отдадим тогда, потому что они очень сильно голодные. Вот у них там по лицу видно, что они голодные. Отлично, отлично, отлично. А пого-фрукты отдадим вот этим ребятам. Все, и теперь у меня будут плорты. Нажимаем здесь кнопку. Нажимаем здесь кнопку. И пошла жара. Давайте, давайте, ребята, делайте плорты. О, сразу 13 штук. Отлично, отлично, отлично. Так, и этих... Три. Ну, в принципе, мявровые мне можно отдать. Вот они трансформируются. Ну ладно, потом. Потом этим займусь. Кнопку еще раз надо нажать, потому что там вон видно есть внизу плорты. Так. Еще один. Все, места больше нету в рюкзаке. Ну что, пойдем тогда продадим и что-нибудь апгрейдим еще. 12, 23, 12, 6. Сколько у меня денег, интересно, будет сейчас? 762. Так, 762, 762. Что я могу сделать? Я могу, наверное, и здесь тоже поливное устройство купить. Так, и теперь здесь капельный полив осуществляется, как и здесь. Сердцевёкла растет. И здесь клубничка растет. Ну, даже не знаю, что теперь делать. Мне, в принципе, осталось только просто ждать, пока у меня накопится денег, чтобы я мог купить... Сейчас посмотрим. Шарманку. И кормушку-автомат. И здесь, наверное, то же самое. Да, шарманку и кормушку-автомат. А вот здесь вот на двух участках чернозем. И тогда я смогу пойти дальше на разведку там, добывать слаймовые ключи. Изведывать новые территории. Точнее, разведывать. Что это я говорю? Да, и искать новых слаймов.
Можно пока что посчитать, что здесь написано. Здравствуй, Беатрикс. Звать меня Гобсон Твилгерс, слаймовод, исследователь и бывший владелец этого вот ранчо, которую ты теперь называешь своим. Рад знакомству. Я был хозяином ранчо столько лет, что не сосчитать чувствовал, что есть еще одно последнее приключение на моем пути, и я намерен совершить его. Но перед тем, как уйти, я хочу в последний раз пройтись по этой вот земле, которую я люблю. Так что смотри, не проморгай такие вот записочки, если хочешь от случая к случаю послушать историю старого болвана. До связи, Г. Кстати, одну такую штуковину мы уже прочитали в прошлой серии, она была дальше расположена. Ну что, можно в принципе походить, посмотреть какие-нибудь ресурсы. Какие-нибудь ресурсы забрать, там плорты и так далее. Пока у меня там клубничка и сердцевёкла зреет. Ага, вот этого и надо будет первым делом покормить. И у него там, кстати, погофрукты растут. Сейчас проверим, что у нас здесь. Погофрукты выросли, отлично. Так, его можно, в принципе, кормить. Кормить его можно любой едой. Пока не лопнет. Ну, этого, конечно, недостаточно. Этого недостаточно, чтобы его бабахнуть, так что нужно пойти пособирать еще что-нибудь. Сейчас дальше еще сходим, посмотрим, что у нас здесь. Так, а здесь у нас куркурицы есть. Кстати, куркуриц он тоже будет есть. Так что цып-цыпчиков он не ест, потому что цып-цыпчиков, ах ты, съел мою курицу. Цып-цыпчиков никто не ест, потому что они маленькие и миленькие. И их съедать жалко. Даже вот голодные слаймы их не едят. Курица! Отлично, курицу взяли. Так-так-так, там погофрукты наверху! Слаймы, идите отсюда. Мне нужны только погофрукты. Опа, опа, на земле прям... А, уйдите! Мои погофрукты чуть не съели. Так, а эти какие-то гнилые уже, что ли? Долго валялись здесь, никто их не съел. Погофрукты никто не ел, и вот они сгнили. Курица, а это не курица, не показалось. Так, морковка. Цып-цыпчиков окидываем. И забираем морковку, моя морковка. Они ждали, пока она вот из земли сама вылезет. Но не дождались. Я первее все забрал. Так, посмотрим, 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 что он... Ух ты, как я высоко прыгаю. Круто. Так, так, так. Ну, вроде бы все забрал. Кстати, там... Кто кукарекует? Ах ты! Курица! Оказывается, здесь оказалось. Кстати, там наверху что-то есть еще. Сейчас туда заберемся. Я, наверное, не могу. Курица там! Курица! Я не могу туда пока что забраться. Мне нужен реактивный ранец, чтобы взлетать. Ну ладно. Одна курица, наверное, сильно ничего не решает. Может быть, я смогу его теперь бабахнуть? Сейчас посмотрим. Начнем с морковки. Давай, морковка. Пошла. Теперь курица. Так, и погофрукты. О, все, он бабахает. Бабах! Отлично, отлично. И ключ, вот ключ. Я теперь могу ключ забрать и открыть дверь. Так. Слаймовые ключи, древний ключ к древним воротам. Я могу открыть ворота, офигеть, просто, просто офигеть. Так, розовые слаймы мне не нужны. Отправляем их поплавать. И две коробки есть. Кстати, здесь тоже сердцевёкла оказалось. И еще коробка. Ой-ой-ой. Там, кстати, каменистая курица есть уже. Ну, не надо мне каменистая курица. Я куриц вообще разводить, наверное, не буду. Пока что. В ближайшее время точно не буду разводить их. Так, ну что, в принципе, можно пойти на базу посмотреть, что у нас там. Как раз-таки уже стемнело. Идем на базу. Здесь пока что безопасно. Можно спокойно пройти. Ну что, мы на базе куркуриц вот этим вот ребятам отдаем, пускай они их там едят. Так, сердцевёклу тоже вот этим. А погофрукты и вот этим ребятам. Они как раз таки очень голодные. Нажимаем здесь кнопочку. И здесь кнопочку.
И теперь у меня есть бабосики. Так, отлично. Офигенно просто. Продаем и сейчас посмотрим, что можно будет купить. Так, еще нужно понажимать. Достижение разблокировано. Везучий. Да, я теперь везучий. И у меня есть слаймовый ключ. Кстати, можно посмотреть, что здесь. Виктор Хамфрис, если возможно, достань все это для моих будущих исследований. Большое спасибо. А, ну эти у меня есть. Ну, в принципе, за 500 можно и насобирать. 8,13. За 500 ньюбаксов. Ньюбаксы же мне нужны. И, кстати, за 729 можно что-нибудь улучшить. О, кстати, клубника выросла только что. Так вот, чернозем. Чернозем содержит компост из мшистого покрова и минералы карьера индиго. Культуру, выросшие на черноземе, всегда дают максимальный урожай. И здесь тоже можно купить то же самое. Чернозем, отлично, чернозем есть. Ну что, идем тогда за 8 мяуровыми и 13, как они там называются, я уже забыл, фосфорный. 8 мяуровых и 13 фосфорных. Так, фосфорные ночью водятся, сейчас как раз таки ночь. И вот они заспаунились только что. 13 штук надо, 13 таких вот ребят надо найти. Так, опа-опа, летают. Иди сюда. Так, а мяуровые здесь вроде бы где-то водятся, но только что-то не видно их. Мяуровые, вы где? Пока что нету. Там тоже есть мяуровые. Так, опа-опа, отлично. Прямо на глазах спаунятся. Опа, опа. Ты тут... Вот этот мне не нужен. Пошел отсюда. Вар. Вероломные, агрессивные, разрушительные радуги. Это радуги, иди сюда. Он боится их? Так. Да не бойтесь вы так, я вас спасу сейчас. Ой, блин, он съел плорт. Хотел его запылесосить. Так, вар, не трогай моих слаймов. Ну все, идем на базу. У меня полный набор собран. Фосфорные, мяуровые, все это есть. Но сначала я, наверное, плорты продам, чтобы у меня место в инвентаре было. Потому что мне там тоже кое-какие призы придут. Вот тут куркурицы, сердцевёклы, плорты. Так, мне сюда надо загружать их. Мяуровые. Фосфорные. И ура! Офигеть! Кстати, курицы мне, в принципе, будут нужны, чтобы бабахнуть мяурового города. А, пока что недоступен обмен. Придется ждать. Так, куркуриц я, скорее всего, тратить не буду. В общем, сердцевёклу отдам вот этим вот ребятам. Фосфорный слайм, их просто отпущу куда-нибудь. Вот, они сейчас исчезнут, потому что они... Днем исчезают, вот. Можно наблюдать, как они сейчас исчезнут, посмотрим. Испариться должны сейчас. Че, они же днем не выживают вообще. Че они здесь забыли? Опа! Лопнул. Вот так вот, они просто не могут днем существовать. Еще один, все. Они просто все исчезли. Ну что, идем тогда. Клубничка есть. Можно собрать и покормить. Вот, еще на ветках тоже есть. Но я думаю, пока что хватит. Клубника — это вот этих вот ребят любимая еда. И из-за этого они очень много плортов дают. Так, включаем здесь, включаем здесь. Забираем плорты. Сейчас что-нибудь прикупим еще. Что-нибудь полезное. Трансплортер. Достижение разблокировано. Круто, круто. Нажмем на кнопочку, чтобы плорты добыть. Так, они еще мимо. Оказывается, попадают. Так, и вот эти вот тоже надо достать. И здесь тоже.
1386 ньюбаксов. Сейчас будет еще больше. Короче, ходите собирать плорты, мне уже смысла нету, потому что вот эти вот две фермы слаймов дают очень много плортов. Посмотрим, что можно купить. Шарманка, кормушка, автомат. Шарманка играет успокаивающую музыку, которая значительно снижает степень беспокойства слаймов. Покупаем, и они теперь поменьше будут вылетать из загонов. И здесь то же самое. Посмотрим. Кормушка, автомат. Выдает еду, которую ты определил для загона через регулярные промежутки времени. Главное не забывать пополнять запас. Покупаем кормушку, автомат. И вот сюда вот. Курицу кидаешь. И определяешь, как часто она будет выдаваться. Ну, на минимум поставим. Вот, через какое-то время он им даст одну курицу. Ну, потому что тут всего одна курица, так бы они по очереди здесь выдавались, если бы, например, там две курицы было и так далее. Ну, курицы, как я сказал, мне нужны для того, чтобы бабахнуть мяурового горда. Ну, на сегодня, я думаю, уже можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующего видео.